Скажи мне, это ложь? Но... Нет. Но, но... Нет, тетя, это правда. Почему ты мне ничего об этом не сказала? Я удивлена, что ты меня об этом спрашиваешь. Лоуи, это все так и было? Да. Дело в том, что... Вот как все было. Дядя уходил на работу, я поцеловала его на прощание, на его щеке остался след от помады. Я как раз купила себе новую увлажняющую помаду. Лоурита, какое облегчение. Я думала, Франциско все придумал, чтобы скрыть свою ложь. Да нет, тетя, как ты могла подумать? О, дорогая. Мама, пора вытаскивать торт из духовки. Ой, я совсем забыла. Боже мой, как мне было страшно. Почему? Потому что твой папа сказал тете, что я поцеловала его, и на лице у него остался след от помады. А я понятия не имею, что произошло на самом деле. Я надеялась, что они не будут ссориться. Что могло произойти? Что? Надеюсь, что они скоро поженятся. А Лала все еще любит ее. Он ревнует, я знаю. А я должна скрывать свои чувства. Когда-нибудь я ему откроюсь. Не сходи с ума. Ты должна с этим справиться. Ты должна набраться сил и забыть Лалу. Если бы я могла, я посоветовала ему сделать то же самое с Марией Эмилией. Но когда ты любишь человека, очень трудно его забыть. Я уже боюсь. Надеюсь, со мной этого никогда не случится. Это ужасно, когда ты любишь, а тебя нет. И это безнадежно. Мне все еще потеряно. Я не сдамся так просто. Я всегда борюсь за то, что мне нужно. Но в данный момент Лала — это самый важный человек в моей жизни. И я его добьюсь. Тебе дорого придется заплатить за это, Росео. Я выйду ненадолго. Хорошо. Пока. Как замечательно. Как приятно принять душ. Вода не только смывает всю грязь, но и снимает усталость. Да. Я протер себя губкой и теперь чувствую себя человеком. Да. Почеши мне спину, дорогая. У тебя такие длинные ногти. Лалу, я... Не заставляй меня тебя упрашивать. Я жду. Почему у тебя такое лицо? Что-то случилось? Что с тобой? Что-то не так? Нет, нет. Ложись, я почешу тебе спину. Я серьезно, я хочу знать, что с тобой происходит. Все в порядке. Ты должна рассказать. Не настаивай. Где мне тебя почесать? Вот здесь. Здесь? Да. Вот тут. Теперь пониже. Еще пониже. Сбоку, сбоку, еще немного, да. Так, мне щекотно. А теперь повыше. Боже мой, как приятно. Росио, ты сделала мне больно. Росио, что? А, хочешь поиграть? Хочешь поиграть? Лава! Ты еще не знаешь, что тебя ждет. Что ты делаешь? Ты хочешь поиграть? Нет! Нет, нет, Лава, отпусти меня! Значит, ты не хочешь играть? Лала, ты упадешь. Не сходи с ума. Давай, давай, играй со мной. Давай. Ты убьешься. Лала, отпусти. Теперь моя очередь. Теперь моя очередь, вот так. Помогите. Лала, отстань. Дон Руденсио, привет. Как дела? Проходи. Росио захотела, чтобы мы немного поиграли. Заходи. Ладно, пойду переоденусь. Мне все равно нужно идти. Привет. Я вам помешал? Нет, нет, нет. Моей мамы нет, она ушла навестить подругу. Прости. Можно мне сесть? Да, конечно.
Я принес тебе подарок. Я нашел его. В одном из магазинов старьевщиков. Да, как и слонов. О, да. Я тебе еще кое-что принес. Специально сделал для тебя. Записал несколько дисков. Да? Танго. Раз, два, три. 10. Это все? Все танго? Да, да. Я люблю танго. А тебе нравится танго, Росио? Да. Да. Тогда слушай. Adiós, muchachos, compañeros de mi vida, barra querida. Не нужно менять тему. С папой что-то происходит, и я хочу, чтобы ты мне все рассказала. Габи. О чем вы тут секретничаете? О чем речь? О своем девичьем. У тебя счастливый вид. И я знаю, почему. Я тоже хочу знать. Да, иди сюда, моя дорогая. Так. Я влюблен в твою учительницу. В Марию Эмилию? Да, в Марию Эмилию. Так вот, почему она к нам приходила. Да. Отлично. Я люблю, люблю, люблю тебя. Я всегда хотела, чтобы вы стали женихом и невестой. Да? Пойду расскажу маме. Нет, не все сразу. Об этом скоро все узнают. Но пока обещай мне, что сохранишь это в секрете. Классно! Вы поженитесь, и Мария Эмилия будет моей сестрой. Правильно. Это тебе понравится. Песня Альберто Кастильо, Агустино Магалди, Либертад Ламарка. Да, я ее знаю. Правда? Да. Она тебе нравится? Я помню, как она пела, когда она уже была больна. Con gotas de mi mal manché la almohada. Ayúdame a vivir, te dije entonces. Чем она была больна? У нее был туберкулез. Но ведь туберкулез сейчас лечит. А тогда не умели. Когда это тогда? Ну, меня тогда еще не было на свете. Ого. Эту песню я услышал в кино. Замечательно. Карлитос. Креольский певец. Карлитос? Карлитос Гардель, Россия, дорогая. Хорошо, Гардель. Послушай. А вы правда всех их знаете? Да. Грустная какая-то песня. Да, но это ведь танго, чувство, трагедия. Трагедия — это моя жизнь. А, Дон Руденсио, вы здесь. Я принесу вам кофе. Только передохну немного. Сеньора Хенероса, вот развлекал вашу дочь. Что это? Что? Это подарок. И еще несколько кассет. Ой, Дон Руденсио, вы такой внимательный. Можно купить в кредит. Налей. Это не просто Гуччо. Но почему, если в кредит? Нет. Вода теплая. Нужно подождать. Нина, принеси лед. Чего ждать? Гуччо, это очень дорого. Мода переменится, и они подешевеют. В наше время цены могут только расти. Теперь с конкуренцией и свободным рынком цены должны упасть. Возможно, мы выручим хорошие деньги за этот дом. Этот холодильник так шумит, мне это так надоело. Не волнуйся, бабушка. Скоро мы сможем купить новый холодильник. Передай мне сумочку. Еще один выигрыш в лотерею. Мне везет.